Привет всем. Ну ты как, расскажи в двух словах. Бодро, молодежно, позитивно, все хорошо. Расскажи, что случилось. Ну, работали под Медяном, на передовой уже, возвращались обратно. Был обстрел, в том числе из танка. Двигались там оперативно. Ну, всякого много по полям разбросано. На что конкретно, ну, сколько, ну, сказать сложно. Ну, главное, что не пришло, что не пришло, что спасибо большое, ребята, Владимир, выздоравливай. Спасибо, говорю, соболицам, которые эвакуировали, и врачам донецким, они лучшие. Все круто, спасибо.